Ребятушки, друзья мои, всем большущий привет. Привет, случайный зритель. Привет, тот, кто смотрит меня постоянно. Сегодня, наконец-то, я хоть и поздно, но выбрался на жилищную рыбалку. Пришел уже, видите, на улице довольно светло. Сегодня поставим несколько новых жерлиц и несколько старых жерлиц. И посмотрим, как будут работать те и другие. Времени начало 10 уже дня, ребятки. Мне надо торопиться, чтобы все выставить, чтобы успеть на клев, если он здесь будет. Наконец-то волков здесь отстреляли. То есть пребывать стало как-то здесь более комфортно, когда знаешь, что из леса за тобой не наблюдает хищный зверь. Так, ребятушки, сейчас я по-быстренькому соберу наши снасти и пойдем проверять, осталась здесь рыба в этом водоеме или вся ушла в речку. Такое, как я уже объяснял, бывает. Но, друзья, я думаю, что все наши труды будут не напрасны. Живчики у меня сегодня отборные, свежие, полны сил. Короче говоря, сейчас мы все зарядим, выстоим и будем ждать поклевочки. Друзья, сегодня находиться на озере просто некомфортно. И слово некомфортно тут даже не подходит. Ну, просто вообще, как я бы знал, я бы взял свою вот эту сидушку под задницу. Потому что наледи просто куча. Наледи, почему наледи много? Потому что бьют ключи. Во многих местах идешь, аж, блин, страшно подходить. Видно, вода фигачит сверху. Ребята, и вот вопрос. Если здесь так много ключей, аж видно, что вода такая аж чистая вся. Почему, блин, плотва отсюда сваливает? Я думал, что здесь рыба душится. Но сколько лунок пробурил, запаха нету. Я понять не могу, как так. Вставлю последнюю жерличку из старушечек. Пока сработок нет. Но мы надеемся на лучшее. Блин, ну почему вот это вот меня факт вот это начал удивлять? Ну, живчики умирали вот последние, когда рыбалки я здесь был. Но сейчас, мне кажется, вода, блин, больше чище стала. Как-то надо было в следующий раз взять удочки сюда, если будет клевать, конечно, щука. Если я сюда еще раз пойду, я возьму с собой удочки, мормышки и попробую все равно походить еще, плотвичку поискать. Друзья, сработочек пока нету. Вот что я хотел вам показать. Это обновочки у меня от фирмы Герман Ратлины. Представьте себе, на подобную снасть я вообще даже не видел, как рыбачат зимой. Но вот у меня в руках моих появилось 6 новеньких приманок, которые я буду тестировать на своих водоемах. Приманочки разные все. Я ловил на ратлины, но в заброс спиннингом. Было у меня в свое время такая практика. Ну, были другой фирмы ратлины, но, так сказать, я на них ловил, но вот вообще это была другая совершенно рыбалка. Друзья, еще есть одна небольшая проблема. У меня я брал свой поводочек один, но, блин, потерял застежку. Так что придется пробовать ловить сегодня на просто петля в петлю. Сейчас одену приманочку. Вот это мне больше всех нравится. Это крафт вип. Но я сейчас ей поближе покажу и на него начну ловить. То есть как-то он мне больше нравится, думаю, щука от него не откажется, если увидит его. Так, друзья, вот мои все новые обновочки. Вот этот я буду ставить первый, попробую, он самый большой из того, что у меня есть. Также есть бой Виб, Визард, еще один Визард, но они разные по расцветке.
Разные весом они все. Оскар С. Liked VIB. Ну, я английский язык не учил, так что прочитал то, что думаю. Как думаю, написано по-своему. Разные размерами они, ну и, соответственно, разной развесовкой. Попробуем вот эту приманочку откупорим и попробуем на нее положить. Ребятушки, у меня фатальное невезение. Мне вот в церковь сходить. На жерличке ничего не встает. На эту штуку, на новую, у меня ничего не получается поймать, по крайней мере. Поклевок нету. Не хотел идти сегодня на речку. Думаю, завтра схожу. Но вот сижу и думаю, я лучше убью двух зайцев, попробую. Я перепроверю сегодня, а завтра на речку не пойду вообще. Я постараюсь кого-нибудь вызвонить, может, кто-нибудь меня увезет куда-нибудь на рыбалку. Блин, ну просто мне уже надоело все. На этом озере рыба кончается, или что ли она ушла, наверное, вся в реку. А в реке ее нету, тоже не попадается. Ладно, сходим, проверим продольнички. Да-да, нет-нет. Если нет, то я и показывать это вам не буду. Ну как, перепроверку, вот одного покажу и все. Ну, в общем, так вот, будем убивать двух зайцев. А завтра, не знаю, как получится. Охота, блин, куда-то в новое место побывать где-то. Съездить, сходить или не знаю. Ну, это все увидите в любом случае. Так что давайте на сегодня. Я пока быстренько, ну максимум полтора часа у меня это уйдет времени. Я сбегу до реки. Вперед. Ребятки, я вчера здесь прикармливал. На прикормленном лунке, то есть посаживал мотыльков, пробовал. Посмотреть результат. Подходит рыба сюда или нет. Так мы увидим. Объели вообще мотыльков или нет. Блин, вот прикормку я с собой никакой не взял. Крайние крючки обели, дальние, ближние нет. То есть близко к кормушке рыба не подходит, это факт. Если пробовать рыбачить, то надо длинные поводки. Ладно, два крючка еще остались насаженные, мы их оставим. Мотыльки, конечно, мертвые, но свой внешний вид не испорчен у них. Что, друзья, на реке у нас сплошная стабильность, никаких убытков нет практически, ну там не считая там 2 или 3 жучка всего скоммуниздили у нас, походу дела мелкие на ребята, потому что скручивают полоски, ну и все, пускай они стоят тут, сюда они, наверное, скорее всего не вернусь в ближайшие дни, потому что не вижу смысла ходить каждый день сюда, это просто бред, благодаря тому, что живцов-то никто не повидал, рыбы там не попадаются. Сходил я довольно быстро. Махом просто. Так что сейчас возвращаюсь своим жерличком. То есть я потерял всего лишь часик. Не знаю, что там произошло за этот часик. Надеюсь, что-нибудь произошло. А то стабильность сплошная и на реке, и на озере меня разочарует уже. А так пока я на позитиве. Друзья, пока ходили, хоть одна сработочка, но была. Леска полностью размотана. Блин, я чувствовал, что там что-то было. Да твою мать, вот так и ходи куда-то, туда-сюда. Обидно это все.
Жиличка новая, но она с металлическим поводком. Ладно, значит, рыба все-таки есть. Друзья, вот так вот выглядят ключи. Если переглядеться, сейчас я покажу, наверное, видно было, там плавунцы собрались в большом количестве. Я сначала думал, мальки плавают. Посмотри, там прям все кипит. Ну, блин, плавунцы все свалили. Одни головастики какие-то там. Ну, если говорить по объему дырки самой во льду, то там где-то приблизительно, ну, сотка лунка. Вот я имею в виду саму внутреннюю дыру, вот эту, там, которая находится. А вон плавунец, ну ладно, там не видно уже, вон. Много их тут плавают, они уплывают, и вот тут, в наледе, вот в этом, во втором слое льда, они там тусуются. Жерлички я перетрес все, прошел. Думаю, посмотреть, а надо, как там ситуация. И несмотря на то, что у нас тут бьют ключи, довольно в больших количествах они здесь имеются, даже пробивают лед. Рыба на крючках умирает. Я про живцов. То есть плотвичка не выживает долго. Есть живые, но, блин, если так разобраться, то половина мертвых. Ну, мертвых и уже такие некоторые полу такие живые. Есть один не сработавший флажок. Есть недостатки и у жерличек, у новых. Объясню, что там за недостатки. Там есть слишком много клея намазано на самом флажке. Хорошо, Катя, сюда приклеим флажок, но надо вот его маленько расшевеливать. А то, когда в колесико вставляешь флажок, он проворачивался, но флажок, но не выстреливает, а заклинивает там из-за клея. То есть сильно широкое вот место получается, где флажок склеен, приклеен к самой пружине. Потом покажу, если что, не забуду. Так, насадил где-то новых живцов, три флажочка переставил в другое место. Надежды есть, щука здесь есть, потому что и по ходу дела неплохая, потому что мелкая щука не стала бы разматывать весь, все там метров 10, там не стала бы разматывать. Глубина небольшая, где-то метровка, обычно мелкая щука, если берет, она уходит метра на 3-4, и все, либо она засаживается, что редко бывает, либо выплевывает живца, чувствуя, что что-то неладное. А тут вот была щука, она размотала все и свалила. Ладно, сейчас перекушу, время обед. Может быть, что-то будет, а если не будет, будем опять движуху создавать, что-то куда-то переставлять. Да блин, ну как так-то, Юра, блин, ну дай па! Из рук вырвала. Просто взяла и вырвала из рук. Юра, дай спокойно ей заглотить. Хорошая рыба была опять. Ну как так-то, блин. Была рядом вот сработка. Я смотрю, у меня видели, флажок вот так вот стал. То есть подпрыгнул на льду и я думаю, чтобы она там вот испугалась флажка от того, что она сдернула. Думаю, побыстрее подсечь ее. Блин, ну как? Ты как ошибки детские, реально. Просто. Ой. Ну, щука себя показывала. Лениво, но показывала, значит, она здесь есть. И причем не говорю, я, блин, вторая, я просто уверен, что рыба более-менее нормального размера. Ну, там не шнурки по 200-300 грамм хотя бы. Переставляю, живчиков меняю, благо взял сегодня опять с запасом, с хорошим, потому что знаю, что здесь живчики по последним рыбалкам не умирали и хорошо умирали. Так что
сегодня делаю какую-то движуху тоже, вот у меня просто вот на эту штуку я пока ловить не умею, да и судя по активности щуки и не стоит начинать. Два разных раплина попробовал, но не получается ничего, ну поклевок не видел, по крайней мере. Ставил вообще в упор к лючу, рыба все равно вздыхает, рыбка вот на живец, так что вода, видимо, все равно здесь не нравится сорожке, по крайней мере. Щука еще пока живет, а сорога уходит отсюда, вся ушла уже, похоже, дела. Но почему-то меня удивляет один факт. Либо здесь очень мало щуки, скорее всего, она так и есть, потому что чем-то ей питаться надо. Если вся сорога свалила из озера, ей надо что-то кушать. Я ей преподнес сегодня свежих живчиков, всяких разных живчиков. Вот, даже если она не активно, говорят, типа доедают раненых рыбок. Сегодня, видите, есть живцы, которые уже там еле-еле шевелятся. Вот что еще для счастья надо? Есть и живые, есть и полуживые, есть и мертвые. Что хочешь, ешь. Меняю, переставляю. Никакой движухи не создает сама щука, вот активности не проявляет. Обидно, когда ты что-то делаешь, а в ответ тишина. Я смотал все свои снасти. Короче говоря, это болото, надо тоже с ним завязывать. Вот оно предсказуемо тоже, как всегда. То есть здесь клюет только по первому льду. Дальше все. Чем дальше в лес, тем интереснее, как говорится. Тут все. Вот после Нового года тут включится нафиг все вообще. То есть вот если сейчас хотя бы две сработки было за весь день, все, что мы делали, все впустую, все передвижения, после Нового года тут вообще не будет сработок. Вот так это озеро и работает. Возможно, здесь еще есть какая-то рыба, кроме щуки, осталась, не ушла. Искать ее, ходить с удочкой. Ну, не вижу смысла пока сюда идти, просто с удочкой искать чего-то. И у меня есть, были предложения, сегодня звонили, завтра съездить на одно из озер. Ну, возможно, съездим. Возможно, съездим, возможно, половим на удочку, на простую мормышку. Скорее всего, с насадкой я съезжу. И, ну, просто спрашивали, что такое, чем отличается простая мормышка от спортивной. Ребята, вопросы все решаемые. Уже в интернете все есть об этом. Все, абсолютно любая информация. Но если кому-то интересно, все тонкости ловли на мормышку я могу, в принципе, рассказать и показать. Но это, если, ребята, не знаю, как объяснить. Но посудите сами, 21 век, у нас вся информация на поверхности уже лежит. То есть кому-то, если что-то интересно было бы, как мне, допустим, спортивная мормышка, я об ней знаю практически все. Я перелистал там все видео, пересмотрел все, блин, статьи пересчитал, все, что можно. Мне было интересно еще что-то, я пересмотрел, все нашел, и все это уже пройденный этап для меня. То есть теоретически я все знаю, практически знаю про мормышку, про спортивную. Люди, но если вам что-то надо, ну, блин, найти там можно. Ну, по крайней мере, если уж есть вопросы, будем их решать. Друзья, увидимся завтра на водоеме. Всем пока, до скорых встреч. Но сегодня вот облом. Увидимся.